В столице Верхневолжья состоялось торжественное закрытие гала-концерта победителей международного конкурса вокалистов имени Алексея Иванова. Лучших исполнителей выбрало профессиональное жюри. В стенах Тверской областной филармонии звучали оперная музыка, народные песни, романсы 17-20 веков. В этом году продемонстрировать свое мастерство приехали представители из разных стран мира – Китая, Вьетнама, Болгарии, Республики Беларусь и всех частей России. Всего для участия в конкурсе поступило более 100 заявок. 38 из них прошли отборочные испытания. В этом конкурсе ребята, на которых мы очень надеемся, что они будут прославлять не только наш конкурс, но и наше вокальное искусство. И нам было очень трудно, потому что очень много хороших голосов. Репертуар вокалистов разнообразен, от известных композиций до редко исполняемых. Это романсы русских и зарубежных композиторов, народные песни, оперная музыка. Все выступления сопровождались губернаторским камерным оркестром «Российская камерата». Конкурс проводится в Твери с 2001 года, а в 2007 году ему присвоено имя народного артиста СССР Алексея Иванова. А 10 лет назад он стал международным. Для нас действительно огромная честь стоять бок о бок с будущими звездами, звездами оперного искусства, настоящими певцами и помочь развитию нашей культуры. Цели конкурса – это развитие оперного искусства, повышение исполнительского мастерства, сохранение творческого наследия выдающегося русского певца, солиста Государственного академического Большого театра России, народного артиста СССР Алексея Иванова. Не случайно поэтому в составе жюри меценат и создатель музея певца на его родине в Бежецке Александр Иванов. На этом конкурсе мы наконец-то все-таки решились, да, и у нас два лауреата, два у нас в Китае. Да. То есть в девятку сильнейших вошли два представителя Китая. Победители международного конкурса получат стипендию и возможность и дальше заниматься любимым делом. В этом году определено гран-при конкурса 3 первых, вторых и третьих места. Как отметила жюри во время пресс-конференции журналистам, в конкурсе побеждают крепкие нервы и правильно подобранная программа.